Развитие перспективных инфраструктурных проектов шла речь сегодня на встрече Дмитрия Медведева с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Премьер отметил, что модели РФП стали активно использовать за рубежом, что говорит о его позитивном опыте. Среди основных программ, которые сейчас реализует фонд, Дмитриев назвал расширение зоны высокоскоростного интернета. Речь зашла и о важности привлечения инвестиций для развития стратегически важных российских аэропортов. Глава правительства подробно поинтересовался итогами работы за последние месяцы. Некоторое время назад вы у нас отправили самостоятельное плавание без уже присутствия ВЭБа в качестве учредителя. На как успехи, какие задачи удалось решить за это время? За последние 9 месяцев мы проинвестировали 114 миллиардов рублей, из которых 24 миллиарда – это инвестиции РФП и 90 миллиардов от наших партнеров. А куда инвестиции в основном направляются? Мы недавно проинвестировали в аэропорт Владивостока сингапурской компании «Чанги» и в ближайшее время проинвестируем в аэропорт Пулково.